Здравствуйте. Яна, добро пожаловать в Budapest Real Estate Club, клуб владельцев недвижимости Будапешта. Вы являетесь инвестором в недвижимости и ищете интересную возможность для ваших инвестиций в центре Будапешта. Я хочу предложить вашему вниманию гостиницу «Апартаменты» в центральном районе Будапешта, в 5-м районе. Гостиница расположена в прекрасном месте, где очень многие туристы хотят проводить свой досуг. В 5-м районе Будапешта, и гостиница имеет свой отдельный вход. Как я уже сказала, это hotel apartments, то есть это гостиница, которая состоит из квартир. Это центральный вход, который расположен в отдельной части этого дома. Сама гостиница имеет 2 этажа. Нижний этаж и первый этаж. И как большой бонус этой гостиницы, в действительности не имеет очень хорошую управляющую компанию. То есть ресепшн расположен на первом этаже этого прекрасного дома. Как вы знаете, найти хорошую управляющую компанию – это очень нелегко. Поэтому я очень рекомендую новому владельцу этой гостиницы серьезно рассмотреть возможность сотрудничества с компанией, управляющей компанией, которая занимается этим уже в течение года. Сейчас я хочу вам показать несколько комнат, которые хочу представить вашему вниманию. Примерно комната-квартира номер 6. Эта прекрасная гостиница была выполнена с элементами интерьер-дизайна. Как вы видите, очень популярная в Будапеште. Это кирпичные стены, которые немножко напоминают время 15-го столетия, с очень красивыми окнами. И каждая комната имеет отдельную кухню, которая, конечно же, является очень большим бонусом для гостей в этих прекрасных апартаментах. Каждая комната была выполнена с элементами дизайна, абсолютно чистая, и весь ремонт этой гостиницы был сделан в 2016 году. Как я уже сказала, естественно, каждая комната имеет в том числе свою отдельную душевую комнату и туалет. Как вы видите, это достаточно современная и красивая кафельная плитка. Также я хочу обратить ваше внимание, что абсолютно все новое. К примеру, как вы видите, напольное покрытие. И сейчас я хочу показать еще вторую комнату, которая тоже расположена на этом этаже. Это комната номер 7. Эта комната тоже выполнена немножко в другом стиле, с такими же элементами. Этот объект состоит из 2 комнат. В одной расположен небольшой диван, точно так же с окном. Напольное покрытие абсолютно новое, является ламинатом. Каждая комната может принять от 2 до 5 гостей. Каждая комната имеет отдельную душевую и туалет. Также у этого объекта есть 4 обслуживающие комнаты, так сказать, кладовые. К примеру, я очень хочу показать одну из комнат, которая является обслуживающей комнатой, в которой расположены обогревающее устройство, котел нагревающий, все абсолютно новое. Прекрасное решение этой проблемы, которая очень важна для нового владельца. И сейчас мы пройдем на второй этаж этого дома. Как я уже говорила, менеджеры постоянно находятся здесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Прекрасный обслуживающий персонал, который встречает гостей. Как вы видите, здесь тоже есть элементы дизайна, которые представлены. Здравствуйте.
На первом этаже этой гостиницы очень большие просторные комнаты, которые имеют окна с видом на улицу. К примеру, вот эта вот комната, она расположена, как вы видите, очень высокий потолок. Здесь представлена двухспальная кровать с галереей, которые тоже могут отдыхать гости. Здесь также есть кухня. И ванная комната. Ванная комната тоже имеет свое окно. С абсолютно совсем новой сантехникой. И еще одну комнату, которую я хочу показать, это комната номер 3. Тоже выполнена с элементами дизайна. Это большая комната, просторная светлая комната. Вся мебель включена в стоимость покупки. Этот объект составляет 315 квадратных метров. И продается как единый объект. Отдельно туалет и отдельная ванная комната. Пожалуйста, если у вас есть какие-то вопросы, если вас заинтересовала эта недвижимость, и вы хотите приобрести гостиницу, апартаменты в Будапеште в 5-м районе, обращайтесь. Я с удовольствием проконсультирую вас по всем вопросам. И не забывайте посетить нашу страничку www.budapest-realestate.com.